Всем привет, всем доброе утро. Ну как утро? У нас сейчас 11 часов. Блин, я снимаю на фронталку. Не знаю зачем. Я переверну камеру, мне кажется, мне так уже удобнее просто. У нас 11:35. Я уже погулял с Савакином, мы уже позавтракали. И я на самом деле сегодня заспался, проснулся, блин, в 10 часов. Это как-то поздновато, мне кажется. Когда я хотел просыпаться более рано, ближе к 8, где-то полдевятому, но сегодня проснулся в 10. Но я думаю, это ничего страшного, потому что у меня сегодня не было никаких уроков. Уроки начнутся только в 12. И то один урок как будет. Это будет урок по серверам, как обычно, в 12:00. Вот, так что да, сейчас буду сидеть, читать урок. И сегодня понедельник, это значит то, что у меня сегодня день ТикТоков. Поэтому сегодня нужно будет снять тиктоков на неделю вперед. Все, закончился у меня урок уже по серверам. Он на самом деле уже очень давно закончился. Просто мне было лень дальше снимать. Я сейчас хочу начать снимать тиктоки. Поэтому да, сейчас встану и начну их снимать. Ну, у нас сейчас уже пол третьего. Пока не село солнце, нужно снять хотя бы несколько тиктоков с дневным светом. А потом уже можно с искусственным. Вот и заканчивается у нас период морозов. И что? Курносики с клюна падают до сих пор. Ну как заканчивается? Сейчас на улице минус 10. Конечно, холодно. Ну прям не так холодно, как, знаете, когда ты идешь и у тебя тупо все замерзает и хочется быстрее попасть домой. Нет, можно уже спокойно гулять. Буквально через пару дней уже будет плюсовая температура. Небольшая такая будет, плюс один, плюс два, хорошая погода, чтобы там, допустим, играть в снежки или снеговиков, или что-то для этого. Возможно, сходим на лед, но это только возможно, но не точно. Вот, сейчас вышел гулять с Собакином. Забыл, что с ним надо выйти погулять на дневную прогулочку, потому что уже 4:41. Я сегодня ленюсь, очень ленюсь. Я снял за это время только два тиктока, но они там более-менее с монтажом, поэтому да, еще хочу снять сегодня 4 тиктока, не знаю, по-любому получится. Я их сниму, потому что времени много еще. Домашки вроде как особо не задано, поэтому вообще супер. Я могу снимать хоть весь день до ночи. А еще я погуляю с собаки, но сейчас пойду домой и буду обедать. Вот такой вот у меня сегодня обед. Макароны с вот таким вот мясом. Так что всем приятного аппетита. А вообще, знаете, снял я еще два тиктока и решил, остальные я засниму завтра. Потому что сколько времени сейчас? Уже 8 часов, потом 8:20 даже. И мне просто лень, мне опять лень, мне так надоело, то, что мне постоянно лень что-либо делать, это вы просто знали. Это капец, это ужасно, лениться, так же знаете, лениться это ужасно. Вообще говорят, что лень не существует, напишите в комментах, существует она или нет, потому что мне кажется, что да, или существует недисциплинированность. Хотя, мне кажется, я могу запутать вас сейчас, и, короче, все. С этими сериалами, на самом деле, я смотрел сериалы. Совсем забыл про YouTube, про свои подписки, про людей, которых я подписан. Поэтому я сейчас хочу посидеть в ютубчике, в котором я уже не сидел много. И посмотреть видосики, которые там вышли. Гуляем с Собакином. У нас пошел снег. Идет снег. Вот люблю, вот, когда вот так вот выглядят дороги. Очищены. Mm-hmm. Прикольно. И я в перчатках тут иду. Попросил у Сири, чтобы она включила камеру. И что? И вот, да. И нос он ткнул, чтобы началась запись. Началась. Вот. А еще я сидел и проводил прямую трансляцию в ТикТоке. Ну, так много человек там было, капец. А еще к нам тут с центра стоит, дует дым, идет. Туман. Туман. Все задымлено так. Ну ладно. Ветер дует, потому что.
Забыл сказать, сколько человек было на эфире, но это же я, потому что мы уже давно пришли к Гамме Собакиным. Так, сколько там было человек? 38 человек пришло на эфир, зашло. Но одновременно максимум было, кажется, 5 человек. Ну, а всего за эфир было 38 человек, эфир был не очень длинный, но все же нормально. Нормально, нормально, окей, прикольно. Так, я буду заканчивать влог. Потому что его еще нужно смонтировать, завтра будет математика, блин, 8:30. Не хочу на математику. Да надо, потому что теперь ставят прогулок, если ты не приходишь на Zoom. Чай. Так, все. Да, ребяточки, на это все. Всем пока.